Попросили меня посмотреть последнее видео на канале Облязова. Сказали, что он там начал выдавать какой-то антироссийский контент. Глянул я, вернее сказать, послушал и ничего такого существенного не заметил. 95% его речи все так же, это какой-то антикитайский понос с какими-то там выдумками. Но интересно другое, сама картинка. Я впервые увидел у него на фоне что-то новое. Обычно предметы сзади него, вокруг него, ничего не рассказывают о том, где он живет, с кем он живет, что он делает. А тут сверху мы видим картину зеркальную, в которой отражается окно. И по этому отражению мы можем сделать вывод, что на улице очень светло и ярко. И эта погода держится почти целый час. Я решил заглянуть в архив новостей по Парижу, какая погода была в Париже вчера, позавчера, сегодня. В Париже было пасмурно, дождик шел, и это видео, на котором выступает Облязов, оно точно снято не в Париже. Интересно, где находится наш герой на самом деле? Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал и до новых скорых встреч.